заселились в обалденный номер. Да, мы сейчас заселились в Куала-Лумпуре. Это 4 звезды, отель Magic Palace Swiss Garden. Вот, сейчас мы забронировали номер студио. Это вот две такие комнаты, огромные. Да, вот такая вот зона, боже мой. Ох, ничего себе, я даже не заметил. Да, ну, душевая туалет. Огромная зона. И, кстати, бассейн есть на самом последнем этаже, как в Marina Bay. Ну, не такой, конечно, большой, но, тем не менее, на вид город. Офигеть, конечно, мне очень нравится. Клёво. Есть это все? Я вам скажу, за сколько мы забронировали этот отель? О, это было нечто. В общем, была такая ситуация. Я зашла на Booking.com, неожиданно, случайно, и смотрю, самая маленькая цена за этот отель 381 рубль в сутки. Это номер студио. Вот такого типа. В общем, когда я вот начала бронировать срочно, я долго отходила от стоимости за одну ночь этого номера. Я пока пыталась забронировать, я не успела это сделать. Я смотрела на следующие даты, у меня тоже ничего не получилось. Потом я вспомнила про FirePlace. Зашла на FirePlace, нашла этот номер. Именно, за такую, ну не за такую стоимость, там было, получается, один номер, $13. Студио, вот этот номер, $13. Я сразу забронировала два номера в студио. Всего за 26 баксов. Всего за 26 баксов, конечно. Этот номер стоит 7000 рублей в сутки. Сколько скидка была? Скидка была, получается, сколько? 90%? Да, да. FirePlace нас опять выручили, потому что нас не хотели заселять в этот отель. Не мы хотели, сейчас да. С боем прорвались, только через службу технической поддержки FirePlace решили этот вопрос. Да, вообще прям мы в восторге, нас реально не хотели заселять, мы уже приходили второй день, общались с разными людьми, да, которые стоят на стойке ресепшена, но пока мы не назвали имя человека, который видел нашу бронь, нас не заселили. Вот. А вчерашней что брони будем делать? А вчерашней брони мы, наверное, будем ее просить, чтобы нас ее представили завтра. Потому что это так клёво! В общем, следующее видео будет из бассейна с видом на город Куала-Лумпур. Вот такое видео.